Неважно, засыпает или просыпается город, ведь в это время где-то точно начинается движ. Всем привет! Меня зовут Настя Негода, и это Мусгордвиж на Муз-ТВ. О том, куда, когда и зачем. Главные фестивали, самые громкие премьеры, редкие концерты и все-все-все, что вам срочно необходимо посетить. С нами вы точно ничего не пропустите. Поехали! Больше воздуха. Самые шумные опен-эйры этого лета уже в разгаре. Джаз, поп, рок и тяжелый металл. Рекомендуем отойти от экранов на безопасное расстояние. Можно обжечься. Капля Озверина. Юбилейный тур группы «Звери», а еще концерты Элджея, Хабиба и Мари Краймбрери. Кто даст жару в этот уикенд? Сохранить нельзя закрасить. Запятую поставьте сами. По пути на выставку найти Бэнкси. Об андеграунде, стрит-арте и политическом активисте, которому удается сохранить свое имя в тайне почти 30 лет. И Эльман на связи. Певец и продюсер записал Мусгорвлог для нашей программы. «Звери» снова в городе. Легендарная рок-группа закроет свой большой тур по стране концерта в Москве на стадионе «Открытие-арена». 20 августа Рома Белых сотоварищи исполнят для фанатов любимые песни от хита «До скорой встречи» до стадионного гимна «Районы, кварталы». Кстати, победители нашей акции «Мустур» попадут на это выступление бесплатно. Так же, как и на концерт Сергея Лазарева, который пройдет 24 сентября в питерском спорткомплексе «Юбилейный». Для того, чтобы стать участником Мустура, нужно сканировать вот такие QR-коды в эфире нашего канала. И если вы до сих пор ничего не выиграли, расслабляться не стоит. Ведь впереди розыгрыш билетов на концерт группировки «Ленинград», которая выступит в Москве 10 сентября. А 16 октября также в столице выступит Клава Кока. Не пропусти! Альтернативы. Поклонникам рока на этой неделе стоит заглянуть в Воронеж, где пройдет фестиваль «Чернозем». Он стартует 19 августа. В лайнапе заявлены «Сектор Газа», «Сплин», «Вячеслав Бутусов», «Наив» и «Ария». 19 августа мы принимаем участие в этом замечательном фестивале и всех ждем, всех приглашаем. Надеемся на хорошую погоду и хорошее настроение. Ну а если вам по душе самое свободное музыкальное искусство, в основе которого лежит импровизация, добро пожаловать в город Омск. 20 августа там пройдет Siberian Jazz Festival. Мы сыграем ваши любимые треки из Чикаго, Earth, Wind & Fire и Tower of Power. Так что ждем вас там! До встречи в Омске! За согревающим кино стоит отправиться на побережье Крыма. В Феодосии с 19 по 21 августа пройдет международный кинофестиваль. Ограничений по жанрам и тематике на конкурсе нет. Так что здесь можно будет посмотреть и смешные короткометражки, и эпичные боевики. 40 работ из 9 стран мира приняли участие в конкурсе, который поборется за победы в 10 номинациях. А вот какие музыкальные концерты нельзя пропустить на ближайшей неделе, смотрите в следующем сюжете. Пришло время выбрать, выступление какого артиста никак нельзя пропустить в августе. Первый сольный концерт Элджея в столице за последние полтора года запланирован на 21 августа. А если вы не фанат современного хип-хопа и электроники, есть альтернатива. Рок-выступление человека-легенды Владимира Кузьмина в столице. Точно не будет больно Кристине Син и ее московском сольнике 20 августа. В этот же день плакать от счастья на концерте, а не в ванной, будут поклонники Мари Краймбрери в Новосибирске.
19 августа столичную публику будет развлекать группа «Слот», а 20 августа рокеры дадут концерт в Санкт-Петербурге. 19 августа в московском клубе «Джипси» мы сыграем самый жесткий наш трек-лист за всю историю. Пати называется «Стрит Мош Пит». Приходите, отрыв от земной поверхности гарантирован. В северной столице нельзя пропустить еще несколько электрических выступлений. «Дельфинам» 18 августа, «Шуры и рефлексы» 19. 19 августа, Питер, пространство «Флагшток». Приходите на золотые хиты группы «Рефлексы», конечно, новые песни. Я жду вас, до встречи! На Черноморском побережье будет отжигать Хабиб. 18 августа отплясать под его ягоду малинку можно в Сочи, а 23-го в Геленджике. 18 августа город Сочи всех жду на концерте. Концертный зал фестивальный. А если вы еще не совсем отлетели от такого количества концертов, то вот отличный повод, чтобы настроение было просто космос. Смотрите мой новый клип «Давай сбежим на Марс». Давай сбежим на Марс и будем там встречать. Время киноблока. Если вам показалось, что киноиндустрия затихла, вам всего лишь показалось. 21 августа на экраны выйдет самый ожидаемый сериал года – приквел «Игры престолов. Дом дракона». Он расскажет про династию Таргариенов. При этом действие сериала будет происходить за 200 лет до событий уже вышедшей сериала саги. Не мечты сделали нас королями, а драконы. 21 сентября состоится еще одна нашумевшая премьера, на сей раз сериала «Андер». Это приключенческая лента, созданная Тони Гиллреем, как предыстория к «Звездным войнам». Все, что я делал для сопротивления. Ну а для тех, кто ждет российские новинки, в сентябре выйдет комедийный сериал «Ева, рожай». В основе сценария рассказ об учительнице танцев, которая настолько погружена в работу, что времени на личную жизнь совсем нет. Неожиданно она решает стать мамой. А вот что из этого получилось, скоро увидим. Когда у тебя будут свои дети, ты поймешь. Россия для себя. Ну, хочется как-то от любимого человека. Из кинозала прямо на выставку. В Санкт-Петербурге до 25 сентября проходит экспозиция «Айвазовский и Кандинский. Ожившие полотна». Два совершенно непохожих художника встретились в интерактивном формате. Увидеть ожившие полотна самого знаменитого российского мариниста и всемирно известного абстракциониста можно в Люмьер-холле. А в Москве самое время отправиться на поиски наиболее загадочного художника современности. На выставке «Найти Бэнкси» побывал наш корреспондент. Бэнкси – самый популярный и самый загадочный стрит-арт-художник современности. Споры вокруг его работ до сих пор не утихают. Что это – искусство или вандализм? Попробуем сегодня выяснить. Холсты Бэнкси, улицы городов, голос Бэнкси, его картины. А узнают их по маленькой крысе, которую художник оставляет на многих работах. Творчество граффитиста началось в английском Бристоле, а потом стало появляться в разных уголках планеты. Поэтому на выставке вы будете оказываться то в Америке, то в Европе, то в Великобритании. Если интерактивные инсталляции вам больше по душе, здесь такие тоже найдутся. Например, вот этот вагончик из лондонского метрополитена, который Бэнкси разрисовал во время пандемии коронавируса. Он, конечно, стоит на месте, но вы же умеете фантазировать. Следующая станция – Лос-Анджелес. Кстати, именно после голливудской выставки на заброшенном складе Бэнкси проснулся знаменитым на весь мир. Граффитист удивил американскую публику не только своими социальными картинами, но и огромным живым разрисованным слоном. В Москве великан саванны тоже представлен, правда, в виде скульптуры. Есть здесь и студия Бэнкси, и целые стилизованные комнаты, посвященные арт-анониму. Под каждой локацией специальный QR-код, отсканировав который, можно прослушать бесплатный аудиогид.
Очень эстетичные инсталляции, да, они интересные. Все картины, его граффити достаточно смело заявляют о проблемах в нынешнем мире. Пройду до самого конца и получу еще больше удовольствия. Увидеть тут можно как самые популярные работы – мобильные любовники, девочка с воздушным шаром, так и те, которые уже давно закрасили. Выставка отличается большой масштабностью. Все создавалось с нуля. Сама идея, разработка, концепция, создание экспозиции заняла около 6 месяцев. 2 этажа, более 150 работ и всего 1 художник. Не пропустите самую таинственную выставку в Москве. Работы Бэнкси ждут вас до 18 сентября на ВДНХ. И это еще не все. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. А если звезды снимают Мусгорвлог, значит, им есть что рассказать про свой день и будущие концерты. Сегодня с нами на связи Эльман. Всем привет! С вами Эльман. И сегодня я покажу вам свой день, мы проведем его с вами вместе. Очень круто, я хочу прям на все 100% получить теплую энергию от слушателей и также отдавать им свою. Андра, ты массажист сам заказал? У него просто болят ноги после концерта, мы не можем бросить брата в беде. Приглашаю вас на концерт, который состоится 27 августа в клубе «Мумитроль». А также приглашаю вас на концерт «Рава Мьюзик», который пройдет в «Адреналин Стадиуме» 20 ноября. Это будет крутое событие, в котором выступит новый артист «Рава Мьюзик». И споем самые любимые крутые песни. Короче, жду вас на наших концертах. Как вы уже поняли, движ на этой неделе предстоит не слабый. Вернусь ровно через 7 дней и снова расскажу и покажу, где вам обязательно нужно быть, а что можно пропустить, куда непременно нужно попасть, а на что не стоит тратить время. Если вам тоже есть чем поделиться, пишите на почту musgordvish@mustv.ru. Это был Мусгордвиж, ваш пропуск в мир громких событий. И я, Настя Негода. С нами города никогда не засыпают.